вклады в цифровое золото. В очередном интервью сооснователь социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что вложил в цифровую валюту $1,5 миллиона, купив 2000 биткоинов, когда цена составляла $750 за биткоин. За несколько лет цена выросла более чем в 20 раз, и сейчас, по словам Павла, его криптокапитал составляет около $35 миллионов. Российский предприниматель назвал биткоин цифровым золотом и отметил огромные перспективы дальнейшего развития крипторынка. Дуров считает, что цифровые валюты – шанс сделать мировую финансовую систему более независимой.